У нас появились трещины, причем появились трещины новые, усилились, у кого-то были, если старые, то старые трещины усилились. Появились трещины на несущих стенах, то есть у нас мы вот сюда в прокуратуру относили уже все заявления с подписями жильцов, с фотографиями. Потом у некоторых людей, особенно крайние подъезды, заклинивают двери, то есть входная дверь и межкомнатные. У некоторых не закрываются межкомнатные, кому-то даже приходилось выпиливать замок.